Вымостить плиткой тротуары центральных улиц Читы, где расположены исторические здания, планируется в 2024 году. Об этом сообщила в прямом эфире во ВКонтакте глава комитета ЖКХ в администрации Читы Марина Попова. В будущем году на тротуарах, особенно в историческом центре Читы, будет везде плитка. Это мы уже обсудили с нашим вышестоящим руководством и получили одобрение от губернатора Забайкальского края, сказала Попова. Она высказала опасение, что в случае аварийных ситуаций, когда ресурсоснабжающие организации проводят свои раскопки, а после должны за свой счет восстанавливать благоустройство, плитку будет сложнее вернуть в первозданный вид. С асфальтом при этом все уже привыкли работать и знают, как его восстанавливать, сказала она. Также существует риск, что плитку могут снять с производства, и тогда искать и приобретать новый материал ресурсникам придется за свой счет, заявила Попова.